Здравствуйте, Арсений Селезнев Зверовой. Сегодня такой был прекрасный день, такой шикарный день. Даже Артем проснулся рано. Заходим, и начинаются проблемы. Сразу начинаются у всех проблемы, особенно у петухов. Никто не хочет покидать насиженные места. Какой я мазила, а? Ну давайте, давайте. Надо собрать. У акции надо собрать петухов. Оставить только двух. Вот этого, например. Что ж такое? Что же это творится-то, а? В наших лесах. Разучился я ловить петухов. Точно? Или нет? Надо проверить. Есть! Не разучился. Просто с утра не выспался. Отдай. Пойдем, пойдем. Додо младший. А теперь я делаю вот так. Вот так на солнце классно смотрится. Вращательные такие движения. А сейчас можно и на небе стрекой, небо синее. The sky is blue. А так у него суровый взгляд, да? Такое впечатление. А если палец подсунуть, то клюнет? Ну, если боевой, то клюнет. А если будет такой, что боится? Да, клев такой у него может доставить проблем. Вот видишь, если задом вести, то он голову, да, дергает. Если вперед, то он вперед голову дергает. Так и стабилизатор идет с пропусканием строк. С голубями, наверное, такая штука не прокатит. Ладно. Тут подождать? Да, я тут недалеко. Линяет, линяет пареньки. Поэтому много едят. А раз много едят, значит, нам таких едоков не надо. Массу они не набирают, а только на перья. И потом кожа у них покрывается гусиной кожей, так называемой. Так, ну что, вторая часть. Второй акт. И таких нам нужно совершить несколько подходов. Вон там. Я ж тебя почти словил. Ну. Да, просто я не разучился. Просто я был сонный, да? Да, да, да. Да. Вот этот паренек. Гребень. Что-то у него на глазу там. Что ты орешь? Я только спросить. Вот этот паренек, значит, он несколько раз перескакивал через сетку. Через две сетки. И забирался обратно к курам. Так ему понравилось. Видишь, он ведет голову за твоей камерой. Он за тобой следит. Нет, не ведет. Ведет, ведет, смотри. Раз. 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 Уже не так, не так. Пойдем. И вот такие гребни я называю параллельные. Такие у меня начались с додо. Ну, из петухов. А что не фрактальные?
Ну, смотри. Вот так. В небо смотрит. Там у него что-то в глаз попало, перина в глаз попала. И он плохо видит из-за этого. Особенно солнце светит, слепит. Полетели. Полетели к своему корешу. Давай, корешам надо ж помогать, да? Вот когда петух такой нормальный, сильный, накачанный, он, допустим, вот его бросаете, он прыгает и тут же пробегает некоторое расстояние. А когда он такой слабенький и на лапы, и на крылья, то он падает как мешок с картошкой, ну или с чем-то. Что у вас там произрастает в мешках? Ребята, давайте. Я думаю, что я уже научился ловить. Нет, не научился. Это была гордыня. Это была гордыня. Давайте. Два раза промазал. Так, гоним всех. А ты что не пошел? Ты не все? Он не все. Есть! С пятой попытки есть. Отдай ногу, ногу пусти. Да не, не ту. Вот это, вот. Вот и до-до. Не так взял. До-до. Вышел, тяжелый такой. Кекает? Не, то у него просто с лап отваливается. Угу. И такие у него морщины. Нет, такие полоски на. О, видел? Видел, он за палец клюнул. Угу. Он сделал это. Я с телефона лучше не буду подходить к нему. Да, отхренячит тебе кусок телефона. У тебя и так он уже падал, а теперь еще и откусит. Падавший. Сделаю тебе факап. А, я не замечал, что у него такие, ну вот... Клыки? Не, морщины такие на гребешке. Тьфу, на бородке. Грязь прилипла вроде как клык. Да так, она так вот. Ну, посмотри в небо, там эти чайки летают. Посмотри. Посмотрел мне чайки. Да только что летал, я же видел. Ну-ка, чайка, отвечай-ка, друг ты или враг? Вот так красиво снимать, только чтоб снизу камера была. Летит соколом. А ну так на вытянутых руках его выстави, и тогда будет больше, чем ты. Как? Вот так? Ой, не, я боюсь, близко к линии. Натер диспистоль. Хотя, если сбоку подходить, не думаешь, он клюнет. Ну, цапнул так конкретно, если бы не были у меня красные перчатки, прокачанные на этот. Тяжело держать, он такой здоровый. Да не туда он смотрит на меня. Смотрит, будешь ты рубать бошеньку или нет? Да, мы ж проходим через место плахи. Тут у нас... Так и разве не знают, что это? Не знают, но догадываются, я же им объясняю. Чем, спинным мозгом? Пойдем, пойдем. Все хорошо. Давай. Оп! О, на ноги стал. Прокачанный паренек. Это последний?
По-моему, еще двое. Еще пестрый такой будет. Это по кличке Снегирь. Я уже никак его не называл. Вот, вот он, кстати. Он уже нас ждет. Или один. Ну, в общем, курам от них хорошо не было. Скажем так. Где же ты? Вон, вон оди. Этот остается. И вон тот. Так, пошел. Давай, проходи под лестницей, неудобно ловить. Заднего пропустили. Теперь я понимаю, почему ловить. Надо показать ему, что туда дороги нет. Махнуть так рукой. Нет, сюда нельзя. Нельзя сюда. Давай, разворачивайся. Разворачивайся, на голову сейчас тебе надену. Все. Этот мелкий. Да, не оправдался в своих. Ух ты, как по носу щелкнул. А ну, у меня камера работает. Красный светится? Да, светится. По носу щелкнул только как? Что. Камера светится красным гребнем. Ой, на фоне неба сейчас красиво получается. Солнце. Давай. Светит. Ой. Там тень. Видишь, а у этого бородка, ну, нет этих боковых полос. Одна полосочка. У того две полосочки. О, красиво сел, да? Угу. Вот это уже красавчик. Да, и стабилизирует. Вот бы камеру прицепить туда, примотать. Так она ж будет дергаться на каждый шаг. Раз и дерг. Или потом вырезать, да, эти моменты, когда дергается. И оставить, когда не дергается. Да, склеить самый удачный момент, стабилизатор. И назвать его там стабилизатор орлиный клюв там или... Гребень. Полет. Ну, да ты что? Стабилизатор по масти гребень. Давай. Вот так, смотри вверх. Вверх смотри. Мне уже рука устала держать тебя. Все петухи любят вот так наклоняться. Пойдем. Вот вроде красивый, а он и самый легкий из вот этих, что я сегодня переношу. Так что пойдешь ты, милый, ты дорогой, за милую душу. Но он так аж подскочил. Он просто приседания умеет делать хорошо. Или подскоки. Но это еще не все. У нас остался один типочек. На районе, да? Где-то упало. А, там же я оставил. Закидушку. Вот кому повезло, так повезло. Это жару. Жарит всех тут. Ну давай, коралл, где ты там? Вон. Попался. Что-то мне ты раньше показался более плотный. Плотный был мальчик. Сейчас, наверное, от любви начал сохнуть. Уже левой рукой, тьфу, правой рукой. Ну. О, такой смотрит, да. Таким орлиным взглядом. Ну-ка. У него на гребешке, вот посмотри, такие пупырки. Да, тоже 3D гребень. Фрактальный гребешок. А оборотка загибается. Язык. Да, он хвост опустил.
чтобы петух поднял хвост, его нужно опустить. Ну-ка, давай. Да, повыше. А хвост опустил, это что, готовится клевать? Катаки? Нет. Катака. Готовится рвать когти. Кстати, у этого лапы чистые. И у него на лапах эти перья растут. Ну, это так, для красоты. Может, кому-то нравится, когда перья растут. Ну, курам, допустим, не нравится, и петухам. Они их обклевывают обычно. Что-то никак не удается нормальный кадр сделать, да? О, вот это нормальный, да? Нормальный кадр? Фото на документы. Все равно опускает голову. Смотри, ворона летит. Смотри, смотри. Ворона летит. Посмотри, смотри. Вон. Видишь? Вон. Только что не каркает. Видишь, у него тоже параллельный гребень. То есть тут и тут. Но посередине сглажено. Как обычные розовидные. Никак попало, да? Со стороны пуза, со стороны спины. Не, мы не хотим со стороны спины. Подожди, давай его сейчас это с замедлением заснимем. Ну, кинешь его через... Давай, проходи. Отключаем камеру. Это с какой скоростью? 960 кадров в секунду. Тогда... Так, ты же будешь за мной стоять, да? А. Так, готов? Подожди, а то я боюсь. Подожди, сейчас я дубль не туда сделаю. Смотришь. А мы дубль не сделаем. Мы делаем как только я один. Делаю дубль. Только по команде. Ага, понятно. Надоело ждать, да? Давай прыгать. Подожди, нет, оно еще думает. Давай прыгать. Так. 3, 2, 1. Получилось? Наверное, нет. Смотри. Может, надо было так с каждым пробовать. Выпал из кадра. Я же говорил, надо 360 камеру брать. Тогда можно сделать нарезку с любого. Лови еще одного сейчас. Не, мы такое не переживем. Да лови, клево. Смотри, какие они сейчас тут стоят, все это на подбор. Я могу словить там. Сейчас солнце подходящее. Главное, чтобы когда ты перекидываешь, чтобы ты не улетел к соседям. Да, вчера курица перелетела у меня к соседям. Рванула вертикально, свечкой такой вверх. А потом оп! Новый мировой рекорд. Парни, должен кто-то, один из красавцев, кто считает себя красавцем? Я знаю, ты считаешь себя красавцем. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Сюда иди. Частично не получилось, что ты его вниз кинул, а я рассчитал, что он будет вверх. Ну, давай вверх. Подожди, подожди, рано лететь, рано. Резкость. 3, 2, 1. Раз! Не знаю, что получилось. Ну, он в фокусе ж падал, вертикально вниз. Видите, у него так сзади торчат эти волосы, уфу, волосы, перья на голове. Значит, что он сдается. Он там себе пятку немножко повредил, да. Не получилось. Еще одного? Ну, давай еще одного. Так. Парни, давайте, давайте, красавы. Нужен красава. Да когда ж я тебя словлю? Давай ты. Мы только что в овечек играли. Вот этот красивый? Да. Рыжий на рыжем фоне. Так,
три, два, раз. Раз. О, упал как этот. Так, смотрим. Как мешок с орехами. Забор, правда, мешает. Мог бы наткнуться головой на стебелек и все. Пришлось бы срочно оказывать последнюю медицинскую помощь. Ну, только приземление. Приземление в моей тени. Смотрим. Давайте. У Энни были овечки. Погнали. Я тебе поматерюсь. Так, значит, сейчас как? Я говорю... Издалека будешь снимать? Один, да. 3, 2, 1 раз, и тогда кидаешь его вверх, окей? Ровно вверх? Ну, короче, да, чтобы он туда летел. Так. 3, 2, 1, огонь! Опять в тень. Да что ж такое? Куда? В тень. Там как раз, где ты стоял. Ним там, наверное, нарисован крестик. О, да это вообще божественно получилось. Надо было с него и начинать, да? Я не вижу. Ёлки-палки, вот это кадры. Как орел. Орел, который падает на свою жертву. Вот, не, ну вот это ты должен залить в Инстаграм, а то ничего не заливаешь, все, что я тебе кидаю. Вот это в этот, в Телеграм, да, закидываем для бояр? Да, да, все зрители, которые считают себя элитой, посмотри, могут заходить в Телеграм, мой канал. Смотри. Там только элитные видео. Кинул. Да. И он летит. Да, да. И сразу началось замедление. Ух ты, здорово. Это ж с какой уже попытки? А? С пятой. Ну что, еще кого-то ловить? Или уже можно? Если хочешь, давай, да. Обычно 3 хороших дубля у режиссера. Так, давайте, парни, прыгайте вверх. Давай. У Энни были овечки. Давайте, овечки, прыгаем. Значит, вот тут взлетает, потом он летит, и тут я его где-то в воздухе хватаю. Вот так вот. О! Давай сейчас поменяем стратегию. Я буду бросать его вот так. Вниз? Да. А, тогда ты иди дальше, чтобы сетка не попадала в кадр. Вот так? Да. И... Как же его держать? Еще поднимешь руки, окей? Да, вот так. Значит так. Давай, мы... На один отпускаешь руки, понял? Да. Окей. Давай. 3, 2, 1. Петух никогда не падает на спину. Ну, вроде бы неплохо. Но этот уже не может выступать. У него ножка заболела. Еще раз. Да. Слишком быстро упал. Может, надо было вертикально снимать? Ну, смотри, чтобы понять, в чем дело. Вот, смотри. Бац, и потом началось замедление. Ну я буду, значит, тогда на 2 нажимать, а на 1 ты отпускаешь. Да. 3 это чтобы... Оно уже снегирь только что лупанул одного или... То, по-моему... Да, слишком громко музыку включил. Серый дым. То был серый дым и снегирь. Я не увидел, кто из них кто как отреагировал. Можно будет караоке-бар устраивать. Петушиный караоке-бар. Я не да. буду петь песни. Кабинка, вдвоем будут микрофон им да. Да, да, ты самый красивый.
Ребята, там уже начался бой. Давайте. Давай, прыгай. Не успел, следующий. Давай, 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 пошел. Есть! Так вот вниз хочешь, да? Да. Да тихо, не рыпайся. Ну, значит, на один его отпустишь, да? Да. Давай, мы устали ждать. 3, 2, 1. Ну, вот это вот уже вроде чуть-чуть лучше. Как он резко вывернулся. Раз. Ну, плохо, что я сверху это снимаю. Если зайдешь сюда, можешь снимать снизу. Пусть падает на камеру. Опять плохо получилось. Да что ж такое? Видишь, втроем поют. Включать, а ты на один будешь. Парни устали ловиться, да, парни? Погнали. Давай. Да. Вот тебя прижали к стенке. Да все, все, я тебя схватил. Я держу. Отпускай. Воздух отпускай. Ну, давай сейчас поменяем стратегию. Я буду говорить один огонь, и ты кидаешь его. Хорошо. Да. Так, приготовились? Петух. Да. Огонь. Петух загорает на солнце, на спине. Так, прогружается, просчитывается сцена. Смотрим. Ну что, тут уже парни начинают быковать, пока мы... Получилось неплохо, но он застыл в воздухе. No good. Смотри. Замедление началось еще там. И он не упал? Ну, махнул чуть-чуть один раз. Вот это было бы интересно, да, посмотреть? Да, как же они переворачиваются? Вот в детстве я игрался с кошкой и смотрел, с какой высоты она переворачивается. А буквально где-то месяц назад или 2 месяца назад я такой подумал, а как произойдет, если петухи начнут вдруг? Ну, вот петухов точно так же, как кошку, допустим, взять лапами вверх и петуха лапами вверх так раз и отпустить. Что произойдет? Петух, наверное, перелетит просто. И он только раз и переворачивается, точно так же, как кошка. Но я вижу, как кошка. А как она на самом деле происходит, трудно сказать. Да хватай какого-то этого, или не схватишь. Нет, а тут надо бегать, еще не туда перескочит. А там получается так, они бегут, прыгают на тумбочку, с тумбочки по пандусу, и где-то в районе дверей я так раз так в полете ловлю за лапу, спиной, вообще не глядя, так раз так. Ну, кого ловлю, а кого не ловлю. Это все на джиу-джитсу. Да. Let's go! It's moving! Не, уже никто не хочет бегать на тумбочку. Давай! Давай ты! Не, слишком быстро. Ребята! Надо снять, срочно снять видео. Нужен один доброволец. Один! Но не все. А ты, толстячок, тоже подошел бы. Давай. За жопку. А почти словил. Я же не вижу, кого ловлю. Вы хоть как-то определитесь. Давай, давай, давай. Иди сюда, иди сюда. Не матерись на камеру. Куда? Да тихо ты. Рано еще дергаться. Готов? Говорю огонь, и ты его отпускаешь просто. Давай. Приготовились. Огонь! Ну вот как он перевернулся, я и сам не заметил. Раз и перевернулся. Тут еще был лапами вверх, тут уже лапами вниз. Встал такой и пошел.
запоздало чуть-чуть. Да. Ну что, еще одного? Давай еще одного попробуем. Парни, ну не получилось у меня. Так, этот не захотел. А кто захотел? Давайте, кто там захотел еще? Ну давайте. Я так и тебя словил. За заднюю ногу. Вот тут? Да, а руки выше. Так, только же говорю отпускать, сразу отпускаешь. Давай. Давай. Я не заметил, когда он встал на ноги. Просчет сцены. И мы просчитались со сценами. Ну это лучше, но уже на фоне земли. Не знаю, смотри. Опа, и он уже лапами вниз. Ну я так и замечаю, что он лапами вниз. Приземлился. Так он ударился, да, грудью о землю или нет? А по мне так вроде все нормально было. Так быстро они это делают.